Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня я как давным-давно уже хочу рассказать вам о коллекции своих хайлайтеров, с чего все началось и вообще, как я заболела хайлайтерами. И знаете, я почему-то думала, что у меня их намного больше, потому что, вот знаете, куда бы я ни пришла, я везде беру хайлайтеры. Вот если мне надо проверить какую-то марку, я очень люблю хайлайтеры, да, поэтому если мне нужно проверить какую-то марку, то я сразу говорю, какой у вас хайлайтер, покажите. И если он мне нравится, я его беру. И если он мне нравится потом при использовании, не только на внешний вид, да, там и на пробу какую-то, а именно при использовании накладывается, там вот нахожу что-то, то мне начинает эта марка нравиться, и тогда я иду и беру что-то еще, пробую этой марки. Ну, с чего началось вообще? С того, что я полюбила хайлайтеры. Этого не было у меня никогда. Причем у меня был даже хайлайтер, можно сказать, который можно было так использовать. Но я даже и не задумывалась, и использовала его просто по назначению, а потом оказалось, что, в общем, можно еще делать кое-что. С чего все началось? Началось все вот с этой вот палетки, набора такого, знаете. Здесь у нас контуринг, это какая-то типа тоналки непонятной, это тинт. И вот у меня здесь были тени, оказывается. Девушка, которая продала мне, она говорит, вот это можно использовать как тени, темненькие и светленькие, а вот этот розовенький, это хайлайтер. Его наносят на вот эти вот места. Кстати, я не намазанная, нужно срочно исправить. Бля, я решила, я так люблю хайлайтер, что я не сняла... Никс выбираю. Сейчас я решила выбрать Никс. Так люблю хайлайтеры, что видео про хайлайтеры, и я без хайлайтера. Вообще нормально? С ума сойти. Я не стала выключать видео. Заодно увидите, как я это все делаю. Наношу по-быренькому. Губы у меня в хайлайтер только. Вот. Значит, тут все по порядку. С чего все началось? В общем, все это время я, значит, брала вот эту вот штучку розовенькую, маленькой вот этой вот кисточкой, набирала и сюда, и под бровью делала. Мне очень нравилось, такой эффект был классный, красивый. Вообще, мне кажется, и заиграло лицо сразу. С тех пор я полюбила хайлайтер, но когда он у меня закончился, я думаю, надо же его найти. Такие наборы закончились. Я везде искала именно сухой, потому что я люблю сухой работать косметикой. Я везде его искала и нигде не могла найти. Мне говорят, ну вот у нас есть жидкий типа. Я купила жидкий. Ну жидкий немного не то, но все равно он тоже делает свое дело. Не знаю, может быть я буду вам показывать. Вот сухой. Ну вы даже нет, вы не увидите. Я не знаю, как это показывать. Давайте покажу мокрый. Может, мокрый увидите. Он, конечно, да, яркий, но мне не очень удобно вот с мокрыми. Да, я не очень люблю, честно говоря, с мокрыми работать. Да я не знаю, ты не покажешь, конечно. Ничего не покажешь. Здесь такой, знаете, вот прям вот как кожа начинает... Как бы она такая... лоснится, но нет такого блеска, как я люблю. Я люблю, чтобы прям, вот знаете, вот как на губах. Вот, не знаю, может, вы видели мое видео про похудение. Вот на губах у меня вот так вот лоснится. Вот такой хайлайтер я люблю, чтобы он прям ох-ох был. Но вот эти, на самом деле, они ну, хорошо смотрятся. Это будет очень дорого лицо смотреться. Так же, как и Герлен. У них тоже не было такого. Здесь, конечно, у меня уже вместе с Герлен куча разных фирм шариков я собирала. Но, в принципе, похожие цвета стали, да? То есть вот эти вот Герлен шарики, это тоже хайлайтеры, метеориты. Я ими делала все лицо, и лицо просто было классное, здоровое и очень круто смотрелось. Но если мы нанесем побольше чуть-чуть, да, и нанесем вот на какие-то вот зоны, то мы увидим, что оно все мерцает. То есть он очень как вот он хайлайтер, как румяна, как пудра, он все вообще универсально. Вот это, короче, заменит все. Можно один Герлен тут взять и любить его. Потом я начала все брать подряд. Вот такая вот база. Она тоже как хайлайтер, она тоже очень светится. Но она какая-то водяная, мне не понравилось то, что я начала ее, знаете, надо трясти очень долго-долго, чтобы она нормально выдавилась. Какая-то водяная. Я не использую ее как базу. Ну вот, она тоже вся сияет, вот. Знаете, чем-то похоже вот на это. Но в цене, конечно, разница вообще колоссальная. Ну, похоже. Тоже оно вот так вот впитывается и оставляет такой какой-то лоск за собой. Не знаю. Так хочется вам показать. Ничего не видно.
Дальше я решила, думаю, ну раз я люблю хайлайтер, значит, у меня должен быть самый лучший хайлайтер. Я посмотрела Елену Крыгину, по-моему, фамилия ее. И она говорит, что самый лучший хайлайтер это Бека фирм американский. Ну, его вообще здесь очень сложно заказать еще, потому что он американский и не продается у нас здесь, да. Ну, в общем, я его заказала с Америки, он вышел где-то около 4000 мне. Здесь он стоит около 5-6 тысяч в России у нас. Короче, я купила этот хайлайтер. Знаете, я не скажу, что он такой прям супер лучший. Тут еще Monstone, Monstone, или как там правильно говорится, цвет. Самый типа красивый, она говорила. Ну да, красивый такой бронз. Но не то, короче, не то. Я вам покажу мои любимые хайлайтеры. Тимозяйка. Тимозяйка, старайся. Да, старайся. На животике лежим мы. Да, пытаемся. Молодец. В общем, не настолько он крутой. И, ну, я, конечно, рада, что я его взяла. У меня он теперь есть. Если у меня коллекция, то Бека там должен быть. И NYX. NYX я купила, когда подошла к стойке NYX. И у девочки был хайлайтер. Я говорю, о, что у вас за хайлайтер? О, вот, пожалуйста, вот этот. Я говорю, мне очень нравится, как он на вас смотрится. Он смотрелся ярко. Такие цвета там были, конечно. А, ну еще зависит от хайлайтера, какой свет у вас падает. Там у них специальный свет, который подчеркивает, видимо, все. Но я взяла это и тоже, знаете, не супер прям довольна. Но сейчас накрасилась NYX, потому что... Ну он такой нейтральный цвет. Я, конечно, такой объяснитель по этой красоте всей, да. Но вот своими словами, он не яркий. Не такой, опять же, как мне нужно было, да. Все я сравниваю потому, что мне нужно было. Но он достаточно... красиво и дорого лежит. Вот дорого, знаете. Я, наверное, люблю, чтобы было все ярко, как сорока, чтобы было это недорого, блин, у меня. А нужно, на самом деле, не перебарщивать. И NYX тогда, это вот, ну, хороший выбор. То есть, если я иду, я не хочу быть броско ярко, а хочу просто здорово выглядеть, да, то я крашу NYX. Хотя она сказала, что он яркий. В общем, из того, что мне нужно. А, кстати, давайте сразу, ладно, перебегу и скажу, что я купила Лолита. И мне кажется, что они очень похожи с Беккой. Вот, смотрите. Сейчас, цвета. Оп. Сразу говорю, это не обзор, это я просто показываю свою коллекцию. А то скажете, ой, не умеет. Короче, вот смотрите, они очень похожи. Ну, это чуть-чуть темнее, конечно. Но эффект, когда я нанесла, тоже такой бронзинг делает. В общем, интересный. Зайка, не злись, у тебя все получится. Да. Злится такой весь. Сейчас. Перевернула его на спину, значит, а ему не нравится. Ну ладно, лежу на животе. В общем, что я вам показала, Лолита и Бека, да, что они немного похожи, и можно попробовать сначала Лолиту. Если вот она вам понравится, то можете остановиться на ней. Не стоит тратить такие большие деньги, потому что Лолита стоит 700 рублей, а Бека, ну вот я вам говорила, 5, да. NYX, ой, не помню, стоит... полторы, по-моему, где-то. Вот в этом районе. Я вот, честно говоря, не помню. Потом зашла... А, нет. Вот. Это я покупала. Короче, на Алиэкспресс вот это можно купить. Стоит это 250 рублей где-то. Здесь целых 3 хайлайтера. Вот это самый лучший выбор. Здесь идет бежевый хайлайтер. Розовый, который мне нравится. И вот такой бронз идет. Зеркало. И вот такой бронз идет для темненьких девочек. Короче, вот этот вообще офигенский, я его на подарки там всем, кто хайлайтерами не пользовался, я говорю, вот, супер вообще. Вот этот мне вообще очень нравится, хайлайтер. И потом, когда я уже проходила, я везде видела, в конце покажу вообще, что я обожаю. Так, я вот не знаю просто эту марку, Sleek Makeup называется. Здесь такой, знаете, он и для тела, и для всего. Тоже очень классный, да. И его можно сравнить. Не ругайся, сына. Его можно сравнить с... Сейчас скажу. Его можно сравнить вот с этим вот... с Benefit. Его можно сравнить с Benefit, но он даже еще чуть-чуть поярче. То есть вот этот вот. Я его покупала за 1000 рублей. И там в том же магазине продавали такие яркие. Ты тоже хочешь быть в кадре?
продавали, короче, дорогие духи, то есть там селективы продавали, и вот там вот эта косметика стояла, и у этой фирмы очень классные тени, я еще их не взяла, все, никак не могу добраться туда, но их хвалили, мне говорили уже, и я, конечно, видела, они очень блестели, потому что сначала я перепутала тени с хайлайтером, там сначала смотрела тени, мне говорят, а это тени, я говорю, а хайлайтер надо, хайлайтер вот есть жидкий, классный, Монако, наверное, from Monaco это. Короче, вот это прикольная штучка на лето. Вообще лицо можно так все намазать, и лицо будет вообще такое супер-пупер. Ну и в конце концов, у кого нет денег, вот, пожалуйста, фикс прайс. Вот такие вот тени. Вы знаете, вообще к хайлайтеру можно использовать и тени. Просто они должны быть определенные. Определенные вот такой насыщенности, чтобы это было красиво. Потому что я однажды тени намазала, это некрасиво выглядит, ярко. То есть вот такие вот, вот. С легким-легким вообще. Вот фикс прайс 50 рублей. Прям вот с Никс сравню. Вот, ну, я не знаю, кидайте в меня помидоры и камни. Да, для меня оно очень похоже по эффекту. Поэтому что Никс намазаться, что вот этим. Ну, в Никсе есть еще золотистые вкрапинки такие, да. А здесь вот, ну, розовенькие, тоже симпатичные. Очень, очень симпатичный цвет. У них такой еще брелочек. Вот он, наборчик в фикс прайсе был. Я не знаю, сейчас, конечно, продается такое или нет. Это блеск для губ. Ну, короче, фишка моя любимая. Сина! Сина! Ты же мне скажешь, когда ты устанешь на животе? Вообще такой смешной. Короче, фишка моя любимая, это вот Ева. Хайлайтер. Карандаш. С одной стороны карандаш. С другой стороны растушевочка. Сина! И не плачет, главное, ни, чтобы я не перевернула его. Это вот мои губы, если видите. Видите, вот сбоку. Я покажу вам как-нибудь видео, как я делаю губы, потому что, мне кажется, я нашла секрет, как, не увеличивая губы, сделать их пухлыми, большими за счет вот этого хайлайтера. Реально, это круто, потому что я начала на видео, на фото замечать, и думаю, глянь, что я раньше так не делала. Вот она фишка, вот. Увеличивает губы реально круто. Ну и чем я наношу? Я наношу вот либо этой кисточкой, хотя она не для этого. Но я ее наношу этим. Она просто очень такая редкая, знаете, вообще ей тоналку как бы нужно наносить. Это смешанный ворс, но она редкая. Я ей наношу и, либо обычной вот такой вот кисточкой для румян. Я наношу хайлайтер. Вообще надо наносить, я знаю, такой кистью, вот такой. Но я все ее никак не могу приобрести. Как-нибудь приобрету. А то как же? О, нет, забыла еще, смотрите. А вот это я купила специально тени, короче, Тони Моли, фирма, у них была распродажа, они 100 рублей стоили вообще на этой распродаже. Смотрите, ну прям конкретный хайлайтер. И реально очень красивый. Здесь как бы трицветие такое, беж, персик и роуз. И вот его можно использовать тоже как хайлайтер. Короче, в общем, все с разным достатком могут пользоваться хайлайтерами от дорого до велика. От дорого до дешево. Господи, хотела сумничать, и получалось, как всегда. Вот, пошла сыну, в общем, разговаривать с ним, что он хочет перевернуться, может, я ему помогу или подтолкнуть его. Помогу. Надеюсь, вам моя коллекция хайлайтеров понравилась. Если у вас что-то есть, говорите, если у вас что-то есть, и еще круче всего этого, пожалуйста, тоже мне пишите в комментариях, и я пойду, возьму, попробую. Мне даже вот, знаете, вот оно все есть, и мне мало, я пойду еще, возьму, попробую. Люблю их, не знаю. Просто они у меня есть, и я чувствую себя очень хорошо. Вот. А вот это вообще я люблю. Я бы вот одним им могла только карандашом этим пользоваться. Вообще все бы могла отдать за один этот карандаш. Крутой. Ну все, сынуля, иду я к тебе. А, совет. Подожди, я совет должна дать. Да. Короче, совет такой. Может быть, многие не читают комментарии. И, кстати, хотела вам сказать. Блин, хотела в предыдущем видео сказать. Скажу в этом. Девчонки, я в конце видео делаю советы все время. Если у вас есть какие-то советы, которые вы хотите, чтобы услышали многие, может быть, вы знаете, да, не снимаете видео, ничего, но вы знаете какие-то секреты интересные, лайфхаки для девушки. Блогер, блогер маленький. Если вы... Дэнни, люди подумают, что ты плачешь. Прячь тебя тут. На ручках, потому что нормально, да? В общем, мои хорошие, я в конце каждого видео стараюсь давать советы, если я не забываю о них. И
прежде чем дать совет, который уже многие знают, да, я, ну, как бы, который мне писали многие, я решила вот такую, как бы, не рубрику ввести, а вообще просьбу, как бы, и вообще, девчонки, у кого есть какие-то лайфхаки и идеи, которыми вы пользуетесь, да, например, и хотели бы поделиться с народом, пишите, пишите мне в комментариях, потому что не все читают комментарии, представляете, да, 20 тысяч человек. Не все читают комментарии, да, и было бы хорошо, если бы я сказала об этом в видео. В общем, если у вас есть какие-то идеи свои, то вы пишите их в комментарии, и я о них расскажу, потому что у меня, блин, столько видео, у меня столько идей, честно говоря, нет, и если вы поможете, будет очень круто, и это будет полезно. И вам будет классно, что ваша идея озвучена была, и людям будет классно, ну, что-то реально узнать. Идею сейчас, которую я скажу, это вот чем разбавлять тушь. Потому что мы говорим о красоте, да, давайте скажу. В общем, самая классная идея, которая мне понравилась, конечно, можно много всего делать, разводить тушь и водой, и спиртом, и кремом, но мне больше всего понравились идеи разводить тушь каплями для глаз, потому что как раз-таки для глаз не вредно, мне кажется, да, и одна девушка писала, что даже структуру туши не меняет, это хорошо. Я еще сама не пользовалась, но я думаю, что я именно каплями буду пользоваться. Ну, а то, что тушь на батарею можно положить или в горячую воду там на 5 минут, об этом я знаю, кстати, я раньше это делала, забыла об этом. Это тоже можно для того, чтобы... Ну, только это на один раз, это ненадолго, что тушь не будет потом работать все время. Поэтому пишите ваши идеи классные какие-то мне под видео. Я с вами прощаюсь. И ты прощаешься? И прощаешься? Ну все, мы пошли играть. Пока-пока. Ты там так старался. Люди же подумают, что ты кричишь там, а мамка снимает видео. Ты улыбака моя. Ты моя улыбака. А мамки до тебя как будто дела нет. Мне уже такое пишут в комментариях. Да? Зачем нам это нужно? Зачем нам это нужно?